Всем привет! Сегодня мы идем проверять капканы и заодно и снимать. Вот уже месяц прошел, как я их поставил, и как бы ничего не попалось до сих пор. Вот о чем я говорил, что прессинг большой. Если бы в старых угодьях, я бы 100%, думаю, ну пускай 90% словил бы куницу. Ходили мы уже, проверяли с собаками. Как бы куницу только, ой, говорю, куницу. Сойку только одну поймали. Короче, глухо. Вот, наверное, единственная куница тут была, которую Чива на дерево выгнала. Сегодня я не один, с собачками, с Олей. Оля, помаши ручкой. Это будет мой носильщик капканов. Будем проверять, походу, разговаривать. Снега нету, конец января, такая вот намерзь на деревьях, симпатичная. Сезон заканчивается, в общем, на этих выходных, и можно сказать, что сезон прошел особо без снега. Наверное, было 2-3 охоты со снегом, я походил и все. Ну, как бы, такого, ну, не было на моей памяти ни разу. Ну, видео по-любому выложу, словлю куницу или нет. А что там, как? Смотрите дальше. Пошли сразу капкан заберем вот здесь. Так, первый капкан забираем. Что ты говоришь? Воняет нормально. Приванка. Так, успокоились. Пошли искать куницу. Когда последний раз ходил, проверял со следами, не было вообще свежих следов, ну, со снегом. Когда проверял, не было следов. Вообще. Все, пойдем. Вообще красиво, надо сфоткаться. Смотри, как этот. На самом деле снегом не напьешься. Чё, ружье на плече носить? Мне не тяжело, просто непривычно. Буду в руках носить, как всегда. Сейчас собаки тут зайчика подымут. Будешь еще зайца в рюкзаке носить. Блин. Красиво, да? Что такое, Чива? Нету тут никаких куниц. Иди ищи, где есть. Это конец сезона. Все, последние выходные эти. Где там? Все, все будем забирать. Все капканы забираем. Ну все, конец охоты. Январь месяц заканчивается, охота заканчивается. Уже до марта месяца ждем гуся. Охота на что заканчивается? Ну, на зайца, да, закрывается. На зайца, на... И на куницу тоже. Что-то походило, видать, что-то не видишь. Что? Говорю, тут что-то, видать, походило. Что собаки так себя ведут. Ну, это бобры себе домик делали. Ну, это старый, нежилой. Видишь, уже все сухое, свежего ничего нету. Это старое. Сейчас тут их нету. Было воды мало, а сейчас вот добавила за последний месяц-два. Это уже как бы есть. Если было бы в начале осени столько воды, то они бы тут жили. Вот интересно, смотри. Весной мы сюда на Вальшина поприезжаем. Козы, лося я вот на этой полянке видел. А сейчас вообще нету следов тут никаких. Коза-лось-их, кабань-их. Все разгоняют товарищи-охотники. Смотри, какая сосенка красивая, да? Голубая ель.
только сосна. Ну тут вообще кто-то сюда заезжал, смотри. Так, ну вот, тут капкан у меня должен был стоять. Ну на самом деле, еще на прошлой проверке его уже тут не было. Тогда меня бомбило нормально, я там наговорил, но этого самого. Ну как бы видео было не особо интересное. Кто мог забрать капкан? Другой охотник, скорее всего, потому что тут ну, следы есть. Видно, ходят с собаками. И я не понимаю, ты же охотник, ты знаешь, что другие охотники ставят капканы. Это как у, не знаю, как у своего брата, что ли, украсть. Вот объясните мне кто-нибудь, почему так вот происходит? Оля, ты знаешь, почему так происходит? Нет. И я не. На самом деле, позапрошлом году у меня тоже там два капкана. Ну, постоянно, каждый год воруют капканы. Но тут понятно, общедоступное место, места много кто ходит, охотников. Позапрошлом году у меня даже лесники сняли два капкана. Я въезжал в лес, ну, там старое видео где-то. Кто смотрел, тот может помнить. Я въезжаю в лес, там меня встречают лесники. Там, чё, куда едешь? Я им на охоту капканы там проверять. Они мне, что капканы типа можно ставить? Я им, ну, документы там все показал, объяснил, рассказал. Хотя это их, в принципе, работа, они должны быть осведомлены. И ладно бы они признали, сказали, о, мы там думали, там, что нельзя, и забрали два капкана. А я потом хожу, и там у меня возле вырубки, где они резали, стояло два капкана, и вот они, ну, скорее всего, я так думаю, что они, не будем же прям так на людей наговаривать. Ну, вот так происходит, как бы, люди берут не свои вещи. И ладно бы там, может, какие-то там не по незнанию убрали, а то же, ну, это же 100% охотник какой-то шел с собакой тут или сам просто ходил тут, наткнулся на этот капкан. И забрал. Тут не режут ничего в округе. Деревня далеко. То есть, кроме охотников тут никого не может быть. Надеюсь, он палец свой какой-нибудь засунет и меня вспомнит. Нельзя так говорить. Так нельзя капканы чужие брать. Ну, это само собой, но зачем опускаться? Ну, если честно, шансов очень мало, что куница попадет, потому что в прошлый раз я когда ходил, проверял, был снег свежий. Все следы считались. Зайца там и... Ну, крупных я не встречал. Чисто лисы и зайца. То я как бы прошел по маршруту и ни следа не встретил куниц. Ни одного. Дорога, видишь, какая? Кто-то что-то тащил тут. Куницу, если только килограмм такую. Под 20, да. Поэтому шансов как бы маловато, но все равно они есть. Надежда есть. Хотя со мной Оля, надо было брать Надежду. А? Не, ничего. Так. Да, тут, ну можешь тут подождать, я заберу капкан. Ну-ка, сдриснули. О, еще один капкан украли. А, прикол нормальный. Еще минус капкан. Блин, надеюсь, ты смотришь мой канал. И надеюсь, тебе стыдно, что ты воруешь капканы. Даже не знаю, что сказать. Ну, я думаю, что всем и так все понятно. Тебе понятно, Оль? Все. Да, у тебя же много капканов. Ну да, у меня хватает капканов. И я, наверное, не буду уже в следующем году ставить. По крайней мере, тут точно смысла нет. Я сейчас половину поснимали, а ну, мы еще, конечно, не проверили столько, но уже сколько? Из четырех два.
Да? Ну, да. Получается, с 4 2 сняли. 50%, половина. Ну, как-то так. Короче, где ворона стояла, там сняли. Я знаю, что вот, например, на севере, где люди занимаются этим, ну, живут, то там очень сильно наказывают за такие вот дела. Ну, там понятно, там ты знаешь, что там Вася, Петя и Саша ходят по этим местам. А тут хрен его знает, кого тут искать, кому тут что-то предъявлять и объяснять. Чтобы было, кому можно было бы сказать. Местные охотники меня в основном все смотрят. Я думаю, что хотелось бы, чтобы этот человек меня смотрел, и ему стало стыдно. Оля, есть один большой плюс для тебя. Тебе меньше носить. Собаки стараются. Бегают, ищут, ну. Ничего у них не выходит. Где? Где? На сосне вот этой? Да. Не на этой первой. Вот есть вот эта сосна, вторая, а там третья. И она по третьему болоту. А я думал, что они метусятся-то. Там три. Ну 100% белка, да? Или стоит перепроверить? Нет, 100%. Ну смотри. Ну не надо нам, чтобы собаки в белку втравливались. Лучше пускай куницу ищут. Там куница находила свежую, то чего бы голос бы подала. А так это явно белка. Ну и Оля ж видела. Оля у меня профессионал, можно сказать. Вот там, где вот эти две кроны сходятся, да, она сидит? Да. Вот там вот она где-то сидит в кроне. Ну, я ее не вижу, по крайней мере, где-то она знает. Белка маленькая, даже не высмотреть ее в кроне. Где-то на ветку ляжет и все. Что в капкан не залезла. Но они обычно в капкан лезут, когда морозы. Сильно прижмет, она может залезть в куничий капкан. Видишь, кто-то птичку съел. Можете? Я думаю, скорее всего, какой-то драпежник, птичка какая-то хищная. Здесь ее съела. Видно, какая-то маленькая совсем. Птушечка. О, даже сработавший капкан. Даже сработавший. А кто его сработал? Кто-то сработал нулевочку эту. Какой-то птичка или зверек. Вот сверху видно этого самого. Наверное, птичка, потому что видно, наверное, птица какая-то, скорее всего, сойка, что сверху сидела и долбила, жрала, вот сверху погрызена, и вот она отрывала, видно, кусочки, и кушала. Ну, жаль, не куница, но хотя бы какая-то движуха, то интересней. Говорю, с выключенной камерой шел, вон пришли к сработавшему капкану. Оля, давай, твои предположения, что тут... Что у тебя здесь приманка висела? Что тут развернулось? Тут у меня висела заячья шкура и заячья потроха. Короче, заячья шкура и заячья потроха. Прилетела птица. Птица начала клевать твою приманку и попала в капкан. И пришла лиса и завалила птицу. Вот, да. Да? Да, почти так. Вот, смотри. Иди сюда. Видишь, в капкане лапа. Лапа. Лапка. Ага. Смотри, это сухожилие. Да, это сухожилие. И попала птичка. Короче, птичка. Сойка, да. Тут в прошлый раз тоже, кстати, сойка попала. Сойка этого самого. Ну, это не обязательно лиса, может, собака какая. Ну, она же высокая. Это была лиса. Ты думаешь, что лиса? 100%. 100%. А как ты определила, что это лиса? Ну, это женская интуиция. Женская интуиция. Ну да, с этим не поспоришь. С женской интуицией не поспоришь. Ну, одного драпежника выловили. Этот капкан, кстати, самый рабочий. Две сойки поймал.
прошлый раз тут тоже сойка была, когда я проверял. Жалко сойку. Ну, она вредная на самом деле птица. Она как ворона, как сорока. Она прыгает, яйца разоряет. Единственный плюс, что она эти дубы рассаживает. Какой человек, свои плюсы и свои минусы. Ну, как бы не этого. Вредноватая птица. И их много. Они в капканы постоянно попадаются у всех. Так, тут ничего такого нет. Собака. Тем более ее съели. Такая красивая. Ну да, она не кстати, зря. Короче, сплел себе ремешок с паракорда. С Китая заказал. Такой быстросъемный, ну специально типа как капканы проверять, ходить. Там, ну может еще где-нибудь. Я-то все знают, что я без ремешка хожу. Вот его раз. По-быстрому снял. Короче, по-быстрому. С ним очень удобно. Ну, кто не знает, паракорд это типа парашютная стропа. Что я уже, кто подписан в инстаграме, видел, я уже подвес себе такой на 5 манков сплел. Ссылку на паракорд оставлю в описании. Ну, наверное, самый дешевый там на Алиэкспрессе, что я нашел. Он там стоит меньше доллара, 30 метров, но там доставка около 3. Но если несколько заказываешь, то меньше доставка получается. Ну и нормально, в принципе. Если штук 5 заказывать мотков или там 3, то в принципе выгодно получается, нормально. Можно брать. Ну, нормальный паракорд. Поближе. Вот такая вот ремешочек. Короче, можно брать, если кому-то надо. А, не, надо сначала туда, конечно. Ну, единственное, что вот такая штучечка будет болтаться на ружье. Ну, так, в принципе, нормально, удобно. Вот я сейчас походил. Оля, нравится тебе такая? Очень нравится. Очень ты нравится. Ты у меня такой талантливый. Ты моя зайенька. А на этих собак посмотри. На этих собак. А что это идите за куницу ищите. Что а это что за собака? Шакалите. Дрожит собачка. Пыш. Ух ты, такие красивые. Да. Собачьи. Чивка, ребрышки торчат, не кормят себя, ни капельки. У собачки должны ребрышки быть видны. Собачка должна быть спортивная, чтобы много бегать. А если собачка... Нам осталось 3 капкана проверить. Да, 3 капкана проверить. Давай, 2. Ну, мы еще, нам еще зайца надо добыть. Этого самого. Назад? Если собака... Ну, вот нам на ту сторону этой полянки надо перейти. Мазафак. О, чтобы посмотреть. Тихо. Давай, покажи. Десантура. Да, да, парашют, как у десантника. Только за кольцо не дергай. Собака не должна быть заеденная, зажранная, потому что она будет плохо бегать, быстро уставать, вы с ней походите пару часов. И все, и она... Собаку не надо перекармливать. И жену тоже. А жену тем более. На, будет твой посох. Я буду как турист будешь в советских фильмах с палочкой. А знаешь, почему ходили с посохом? Что под змеи отбил? Конечно, в болото. Ну, а если не по болоту ходишь? Чтобы еще одна... Нет. С палкой ходишь, чтобы была еще одна точка опоры. По горам, например. Чтобы ты шел, более тебе было легче равновесие держать. Ну, мне наоборот. Или если змеюка какая выползла, чтобы оперативно ей голову. Да. А если ты косой? Если ты косой, то все.
цвет дерева. Называется полесская сосна. Сделал так, потому что вот эту антапку я потерял. Ну как, она у меня где-то, по-моему, даже дома выпала или что. А эту я выкрутил, чтобы она не болталась, не барямкала. Ну так, в принципе, тоже нормально. Вот, вот так оно тут затягивается. И вот так затягивается. Козы подходили когда-то, греблись. Смотри, как прикольно тут, да? Такое чик, зелененькое все. Вот эти вот и кружочки. Это козы покакали. Да, и вот смотри сколько. И вот, смотри. Ну это, кстати, не так давно. Ну все, один капкан остался. Один? Да, один. Последний шанс. Ля шанс финаль. Не словила ты пока, Олька, куницу. Так, ну вот последний капкан стоит. Без добычи. Ну, видишь? Тоже кто-то кого-то съел. Причем такого нормального птаха. Так, ну все. Капканы все сняли. По лесу прогулялись. Понравилась тебе прогулка? Понравилась. И мне понравилось, что мне не нужно капканы носить. Ну что, какой вывод? Всего лишь два капкана украли. В прошлый раз один сняли и в этот раз один сняли. Месяц постояли капканы, ни одна куница не попала. Но я говорю, что в прошлый раз я по снегу тут ходил, то ни одного следа не видел. Вот когда ставил, видно, это одна куница только тут и походила. Там старые были следы, скорее всего, что она вот с этой стороны походила. Я ее видел, старые следы. А потом перешел вот сюда. И вот здесь уже свежую увидел, и там Чива ее нашла, и мы ее взяли. Наверное, в следующем году, если ситуация там с этими зонами и с путевками не изменится, то я не буду ставить капканы. И, ну, тут точно нет. Потому что смысла я не вижу. Лучше там какой-нибудь денечек уделить и с собаками прогуляться, поискать свежий след и так уже добыть куницу. Потому что, ну, как ни крути, день тратишь, а результата нету. Сегодня уже у нас 20 января. Погода, ну, как видно. Хотя там ближе посевернее. Уже снежок такой более-менее где-то там проскакивает в Минской области. Хотелось, конечно, словить куницу. Много кто просил. Пересмотрите лучше старые видосы. Там нормально они попадались. Даже собаки ничего, в принципе, сегодня не подняли. Короче, у нас закрытие это последние выходные января. Вот, осталось 3 охотничьих дня. Вторник и суббота и воскресенье. И все, и будем ждать гуся. Вот такой вот промысловый сезон без результата. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях.